В Ивановской области прошел финал Кубка России по ралли-рейдам 2019. Соревнование раскинулось сразу на два района – Шуйский и Южский. Сразиться за первое место приехали 16 экипажей из Москвы, Ульяновска, Нижнего, Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов. Общая протяженность дистанции – почти 400 километров. Трасса сложная, с множеством крутых поворотов, спусков и подъемов. Преодолеть лесные дороги с песчаным и грунтовым покрытием удалось не всем. До финиша добрались 13 пилотов из 16. Победу одержала команда «ГАЗ Рейд Спорт» с 9-минутным отрывом от ближайшего соперника.